Ну, я уже говорил, достаточно упорная боевая игра. Вот. Обе команды стремились победить. Рад, что нам удалось забить, оставить свои ворота сухими. Вот. Во втором тайме, когда соперник чуть подраскрылся, большими силами пошел, давление оказал на наши ворота. Были неплохие моменты для убегания. Ну, жаль, что не забили. Забили бы второй, игра бы как бы успокоилась. А так до конца держала в напряжении. Вот. Соперник, еще раз говорю, достаточно серьезный, хорошая команда. И пытались давлением, в общем-то, хотя бы забить один ответный мяч. Ну, еще раз говорю, поздравил ребят, поблагодарил их за, наверное, бойцовские качества, за умение терпеть. Вот. Ну, и сказал, что так, шаг за шагом, только будем двигаться, по-другому никак не будет. Ну, наверное, так. Игорь Николаевич, верите ли вы в приметы? Не буду отвечать на этот вопрос. Как бы вы сами все видите, поэтому... Да, поэтому хотел спросить, вторую игру подряд вы сменили имидж, надеваете кепку, две победы, дальше будете продерживаться? Ну, я думаю, что да, пока погода позволит. Вот. Не так жарко, поэтому будем придерживаться. Да, не только кепка, но еще и форма синяя, победы пошли. Что касается матча, хотел бы спросить отсутствие Свединского и Шечкова, травмы? Да, и один, и второй травмированы, вот, ну... Как бы еще раз говорю, обойма у нас не сильно большая, но рад, что вот ребята молодые, которые есть, они, в общем-то, и кто сегодня вышел, не стушевались, игры не испортили, это самое главное. Вот. Ну, а нашим травмированным, по крайней мере, выздоровел Илья, выздоровел Руслан Ходоркевич. Вот. Поэтому ну, нашим больным скорейшего выздоровления, возвращения в строй. Учитывая принципиальность матча для Андрея Полякова, вы заменили его на 60-й минуте, было видно небольшое расстройство его. Как объясняли ему этот момент, что он хотел сыграть целый матч? Ну, здесь желание игрока понятно, здесь как бы, ну, и желание его доказать, да, там, что он форвард, что он может забить. Ну, естественно, игры со своими бывшими командами, они особые для футболистов. Вот. Но здесь тактический момент, то есть нужно было освежать переднюю линию. Вот. Нужен был человек, который и выйдет, и продолжит прессинговать, и который будет готов к убеганию. Вот. Поэтому ну, эта замена была скорее, наверное, тактического плана. Со стороны показалось, что Батый первый тайм проводит сильнее, чем второй. Это показал матч Хысла еще домашний. И сегодня, как можете прокомментировать, что первый тайм дается лучше играть? Ну, я бы так не сказал. Просто соперник вынужден отыгрываться, вынужден оказывать давление. Да? И вот этот момент, игра под давлением, наверное, ну, еще для нас такой компонент, который, в общем-то, нужно продолжать развивать. Вот. Поэтому... Естественно, иногда садимся очень глубоко, иногда не получается быстрый выход в атаку. Ну, работаем над всем этим. Ну, как бы еще раз говорю, рад сегодня больше результата, наверное. По матчу за ребят, кого можете сегодня персонально выделить? Вся команда сегодня здорово смотрелась, служила победа. Ну, я не люблю как бы выделять, да, там после прошлого тура выделил Жульпу, потому что и такой дебют в составе у него был, и два мяча, естественно, такое событие неординарное. А сегодня я бы выделил всю команду, вот, я еще раз говорю, за стойкость духа, за коллективизм, за стремление добиться результата.